something for you. He's crazier than a three-ring zoo. You never know what he might do. It's Felix the Cat, and he's here for you. Wow! With the toy inspector and the professor, the master cylinder too. The man is a mix with his bag of tricks. А? Кто это звонит? Алло? Да, это Феликс. На рыбалку? Сегодня не могу, спасибо. Жду посыльного из магазина с моей покупкой. Ага. Как-нибудь в другой раз. Спасибо, что позвонили. Пока. О! Звонят в дверь. Посылка для господина Феликса. Вас приветствует компания «Чудо-кресло». Мой новый шезлонг. Спасибо. Приятного отдыха, сэр. Это именно то, что мне надо для тихого послеобеденного отдыха на лужайке. А вот инструкция. Компания «Чудо-кресло». Как обращаться с суперкреслом для отдыха? Для начала откройте картонную коробку. Ага, умница. После чего осторожно извлеките кресло. Ладно, ладно. А теперь посмотрим. Операция номер один. Держите поперечную планку А до тех пор, пока она... соединиться со стойкой Б. Опустите пружину Б, но не приводя при этом в действие механизм автоматического привязного ремня. Привязной ремень? Так эта штука летает. Вот это поперечная планка А. Где это я? Ого! Ну и инструкция. Во-первых, выползите из-под шезлонга. А? Примите положение, указанное на рисунке. Ухватите за планку Б над головой. И с усилием потяните вниз. Это кресло опасно. Отсюда не дотянуться до него. К счастью, у меня есть длинный шест. Ах ты! Уж лучше я схвачу эту штуку, чем она меня. Я тебя схвачу обязательно. Я тебя схватил. Она меня схватила. Телефон разорвется от этих звонков, если я попал в такую передрягу. Кто это? Что? Что? Говорят, из компании «Чудо-кресло». Как вам нравится наше кресло, мистер Феликс? Чудо-кресло? Оно, может, и было чудом, если бы оно собралось.
Спокойствие, спокойствие, мистер Феликс. Не кричите. Должно быть, вы не ознакомились с инструкцией. Инструкция? Ха! А теперь послушайте меня. Я отсылаю это кресло обратно. Оно опасно для жизни. А я отказался от рыбалки. Ой! Кажется, меня осенило. Теперь у меня есть шанс. Оно работает. Я знал, что добьюсь своего. Раз. Два. Три. Мне надо пообедать. Теперь я могу обедать прямо здесь. Что может быть лучше поджаристого бифштекса? А, мой бифштекс! Собираетесь отправиться на рыбалку? Тогда я приглашаю вас вместе поплавать со мной вместе. Ну? Раз, два, три. А теперь немного тишины и покоя. Приятно посидеть в тишине на рыбалке.